Всем привет, это велосипедное телевидение. Я сегодня снова в пути. Еду в любопытное заведение. Называется оно Кокер. Можно подумать, что оно посвящено собачьей породе Кокер Спаниель, но это не так. Кокер — это заведение, в котором пекут маленькие вкусные блинчики, сладкие и соленые. У них 4 ресторана, ну или 4 кафе блинных по всему Таллину. А почему я поехал именно в кафе, которое находится на улице Кадака? Потому что там используется велосипед в качестве украшения, декоративного украшения. Там есть велосипед. Поэтому я на велосипеде еду в кафе, в интерьере которого используется велосипед. Такой вот символизм. Я прибыл к пункту своего назначения, к кафе, которое специализируется на маленьких блинчиках. Это нечто среднее между блинчиками, оладушками и какими-то печеньками. Называется оно Кокер. И раньше на фотках можно было увидеть, что здесь установлен велосипед на улице. Но вот я сейчас приехал и никакого велосипеда не вижу. Кафе работает сегодня. Висит за моей спиной баннер, вы его видели. Вот здесь, по идее, должен был стоять велосипед, но велосипеда уже никакого нету. Это вход в само кафе. Работают они с 9 часов утра до 8 часов вечера. Ну что, очень уютно. Конечно же, такое все немножко потрепанное. Кстати, я обнаружился и велосипед. Вот он стоит. Раньше он стоял на улице, сейчас его занесли в помещение. Тут же все печется, выпекается. Меню есть, можно и соленые блинчики взять, и сладкие блинчики. Минимальный заказ 15 штук блинчиков стоит 5 евро. И есть мега заказище 50 штук 12 евро. Это, наверное, на компанию. И, кстати, Кокер делают сами варенье и напитки, которые здесь можно заказать. Я сделал заказ 15 мини-блинчиков плюс малиновое варенье. И я взял еще напиток. Это яблочный напиток. Все вместе это вышло мне 9 евро. Сказали 5 минут подождать и уже принесут мой заказ. И выяснилась судьба велосипеда. Оказывается, когда был сильный ветер, он упал, сломался, поэтому этот велосипед занесли в помещение. Ну что, не прошло и 5 минут, и уже мой заказ аппетитный и вкусный готов. Последние штрихи. Благодарю, спасибо большое. Хорошо, аппетита. 15 мини-оладушков. Они не очень большие, на один укус. Скорее не блинчики, даже не оладушки, а такие печенюшки. Плюс настоящее живое варенье малиновое. Все это посыпано сахарной пудрой. Блюдо выглядит очень красиво. И я взял напиток. Это лимонад яблочный. Ну, я попробовал. Все очень вкусно. Сладенько. Немножко кислинку дает. Легкую кислинку дает варенье малиновое. И вкус такой, как настоящие, вот знаете, домашние оладушки или блинчики. Продегустировал мини-блинчики, которыми славится кафе Кокер. Сейчас я нахожусь на улице Кадака. Здесь очень приятная обстановка. Очень классное обслуживание, меню сразу и на русском, и на эстонском, и на английском языке. Буквально меньше 5 минут был готов мой заказ. 15 блинчиков я взял. Все очень свежее, вкусное, настоящее. Настоящее, не химическое, а именно настоящее было малиновое варенье, его было очень много. Сок яблочный, даже не сок, а скорее лимонад яблочный их собственного производства. Я даже не допил, большая бутылка. И сюда можно приехать на велосипеде, что самое ценное для моего блога.
поскольку я рассказываю в своей рубрике «На колесах» именно о тех местах, куда можно доехать на велосипеде, где вы можете, не подвергая риску своего двухколесного друга, оставить и перекусить. У них есть и на улице места, где можно сесть покушать, и есть внутри. Я заехал с велосипедом внутрь. Это была моя рубрика «На колесах». Ставьте лайки, пишите комментарии, конечно же, обязательно подписывайтесь на мой канал. Все по-честному, все по-живому. Самые интересные места, куда я доезжаю на велосипеде, куда вы тоже можете заехать на своих велосипедах.